Снова всем привет, ребят! Испытание очередного чуда из Китая на игрушки от компании Ava. Ну, в чем прикол, что здесь писано? Почему-то Ava X. Они, ну, что сделали, попытались что сделать, что спинка, типа, как идет iPhone X, что в принципе, и типа здесь челочка идет. Вот я не знаю, что в камере вы увидите или нет, но по факту у нас что идет стандартный экран, что с сканером, что включается, в принципе, и срабатывает все относительно терпимо, что длинненький и красивый экранчик идет, и что в перспективе лучше, и я скажу, что впечатления и тесты, чем сейчас. Что пока, естественно, испытание только будет на игрушке у нас. Естественно же, включаем изначально асфальт, и пока что включается, ребят, я так думаю, что температуру, что интересно будет кому-то глянуть, какая у нас идет, что изначально, что из улицы пришел, то телефон, я думаю, что чуть пока, ну, скажем так, чуть-чуть холодный будет. Что просто вы, ну, вживую и телефон увидели, и как справляется с игрушками. Что, в принципе, у нас идет МТК 6737 и 3 гигабайта что оперативки, то по идее все должно быть. Что видите, включились средние, а давайте включим по максимуму, чтобы уже испытать, ну, телефон, вот именно на что он действительно способен. Что видите, ну, скажем так, еще в китайцы они специально, ну, что включают и делают установочки чуть-чуть в картинку похуже, чтобы, ну, все включалось и летало. А с максималками, то мы в перспективе, ну, что увидим, как телефон справляться с такими, ну, игрушками будет. Тем более, что в перспективе и в конце, что включатся еще и танчики, и там уже будет для телефона 100% испытание идти. Карьера. Есть. Ну, знаете, вот я вам скажу, что первое впечатление, что идет стандартно, как на 6737. Чтобы сказать, что быстро, то, естественно же, нет. Кому что интересно, аккумулятор есть. И чтобы вы увидели к концу, и чтобы, ну, все полчаса идти, что где-то видео будет, сколько съедает. Но, честно, вот знаете, вот здесь у них... Ну, куча, или с контроллером в китайце чудили, или с прошивкой. Но вчера оставался в процент, и я еще включил YouTube, что включился и шел с процентов целый час. Что представьте, ну, 100%, что что-то там и с прошивкой у них не то. И игра, что, ребят, ощущается, что тормозит со старта. Я думаю, что увидите, что, ну, вообще кошмар пока. Что, в принципе, я стыкался с такими же... И с процессорами, и с телефонами, ну, что по памяти, то справлялись вполне комфортно. Это что свидетельствует, что у нас оптимизация системы пока что в полный хлам. Раз и два. Ничего, я так думаю, сейчас чуть-чуть стабилизируется все. Опа. Тадысь. Ага. Но тормозит, я вам скажу, жестоко телефон. Скажу честно, вот все-таки, ну, включать с максималками вот не получится. Я прикидаю, что с танками будет, наверное, еще хуже ситуация. Опа, ой, успеем, успели. Еще бочечку сделали. Игра, я вам скажу, ну, честно, тормозит конкретней. Давайте, что звук сделаем чуть громче. Вот вам и копия айфона, считаешь. Китайцы один фон. Что, в принципе, я не ждал, что будет все круто. Ну, что по камере, что в принципе вполне терпимо. Что динамик идет вполне good. И так, чтобы, ну, если примахаться, знаете, стандартный, ну, телефон, но 100 баксов за него, я считаю, чуть-чуть, за, ну, цена кусается. И за такие деньги есть 1000 телефонов, что интереснее. Вот у меня был, что M-Horse, что, в принципе, такая же самая, ну, что стоимость. Но там что лучше все, и система, и производительность была, экранчик поинтересней. И в каркас из металла, знаете, и такой, ну, и действительно стильный дизайн был. А здесь уже, ну, попытались типа скопировать iPhone X, но все равно не то. Так. Скажем так, картинка симпатичная, но тормозит. Ощущается, что конкретнейшее. Это просто жесть. Жестяка. Супер турбо у нас идет пока. Давайте раз и два.
Но, ребят, в чем плюс, что пока что я оказался в числе первых. Уже, извините, чикс, отключаемся. И, конечно же, включаем следующую игру. Я думаю, что будет в перспективе кому-то интересно. Tekken, что, в принципе, что актуальная игра и динамичная. Вот, если честно, оно, в принципе, пока из игрушек для телефона, то, ну, что действительно и интересно, знаете, ты играешь тут и кайфуешь, что действительно, казалось, куча и динамика, и все, ну, что сделано, вот чувствуется, что старались, ну, куча людей, что делали. Пока включается и думает, я температуру измерим. Давайте, ребят, что будет писаться. 33 градуса, что стал все-таки чуть-чуть теплее и греется где-то здесь, в верхушке. Что пишется инициализация, потому что первый раз, что включается, что в принципе скачал, и вот только один день, вот просто, ну, что первое впечатление, что, куда и как, что пишется, что грузится что-то, ну, или система, или что здесь грузится, 7, 8, что ли ты долго думаешь. Ну, ребята, вот видите, в чем особенности таких телефонов. Пока спинку покручу вам. Спинка, кстати, классно смотрится. Вот мне, вот знаете, вот интересно, будут ли чехлы от iPhone X идти сюда. Так, вот еще уже отключился. Есть. И что же? Так, еще пишется, что грузится. Я так думаю, знаете, в такой ситуации, пока еще грузится, я оптимально. До свидания. И включаем еще одну игру. Что, знаете, ну что просто что пытался, чтобы показать, чтобы вы вживую все увидели, а получается все стандартно через одно место. Включаем, что тоже актуальная игра. Сейчас я смотрел, что все на компьютерах играют, что всем нравится. Соло мода, что включаем и ждем. Лукас, какие-то цифры, Цезарь, в Пауэр, Ранкет. Ну и? Чего же ты так долго думаешь? Я думаю, сейчас включится, дальше грузится, видите? Самое, что вот мне здесь, ну, все прикольно, что в каркас что из металла идет, знаете, вот так. Ну и что блестящий, скажем, в таком цвете, ощущение, что телефон, ну, что все-таки дешевый, если честно. Вот, знаете, ну, куча черный, если должен быть, но вот нет такого цвета. Включается, пока ждем. Ждем, что включилось, загрузилось. Я думаю, что, в принципе, игрушка считается из тяжелых и покажет, на что способен ваш телефон в действительности. В том случае, если, конечно, включится когда-нибудь. Так, 36 пишется, еще чуть. Ну, пока ждем. Что ж ты мне снился? Ну, грузится, конечно, я вам скажу, жесть. Вот вам все-таки, что такое МТК-6737. Что, включится вообще или нет? 38, ура! Setup Auto Navigation, Turn on Auto. Есть. Turn on Auto. Все, я понял. Прыгаем. Парашют, авто. Есть. Так, что нажимать? Все. Давай будем с чуваками где-то. Так, мне какой-то, что домик надо. Сюда. Не, знаете, вот я вам скажу, ну, что первое впечатление, все пока что включается и комфортно идет. Сейчас я хочу попытаться из старта стрелять по чуваку. Вдруг получится, он, видите, бегущий человек где-то там бежал. Вот, надо, пока он далеко не убежал. Патроны-то закончились, блин, так нечестно.
бежим в другой дом сразу. Ну, кстати, знаете, я вам скажу, что игра идет действительно комфортно, и картинка симпатичная у нас оказалась. И что претензий, в принципе, к тому, что я вживую вот сейчас, ну, что увидел, у меня пока, ребята, нету, скажу честно. Есть, ага, пустой пистолет. Я так понял, что кто-то там уже, наверное, с автоматом будет ждать меня или нет. Ай, блин! Тихо. Может, он ай завтыкал? Убегай, давай сюда. А кулаками здесь можно биться? Интересно. Нет. Ай, ай, не догонишь. Нас не догонят. Давайте прыгать сюда. Хая, да прыгай же, блин. Идиота кусок. Да, вот, ребят, знаете, что игра идет шикарно, но у нас какая проблема, что здесь оказалось с патронами пусто у нас. И надо идти в куда-нибудь другое место. Он, чувак с винчестером, втыкает. Открывай, бегом. Убегай, ты сначала попади по мне. Да-да. Ну ничего, я так думаю, еще чуть-чуть побегаем. Что пинг, и смотрите, что у нас с FPS. А, что убили. Ну, ребят, я так думаю, что вы вживую что игру увидели. И, конечно же, что попытаемся все-таки включить теки. Вот, ребят, что видите, свершилось чудо. И включилась все-таки игра у нас. Ждем. Снова грузится все-таки. Ничего. Пока грузится, измеряем температурку. 38-39 градусов. Вот видите, все-таки стал во время использования телефон теплее. Держите, чтобы пропустить. Ну, я так думаю, что будет никому не интересно такое действие. Давайте живую игрушку включим просто, чтобы вы и игру увидели, и динамику, как справляется в телефон. Fight. Ого, я тормозит. Я думаю, что вы вживую, ну, что все увидели, ребят, что все-таки у нас... Чтобы заблокировать, что делать. Ну все, естественно, и шло легусенько, но что я увидел, что картинка все-таки, ребят, он тормозит, и что реально телефон с таким стекеном казалось, что не справляется. Я вам скажу, что это тоже, ну, из них относится к недостаткам такого девайса, что там, ну, что китайцы, ну, что встречали, что делали ему рекламу, как он с игрушками справляется, и мы только что вживую, что все увидели, что асфальт ему не подходит. Текин, тем более, не включается. Ага. Ох, я ему влупил бодро. Страйк. Давайте, страйк. И тормозит конкретно и жестоко. Сочетание. Раз. Опа. Вот. И второй. На! Идись. Вот это влепило бодро. Смотрится все симпатично, но, ребят, но все-таки я вам скажу, что телефон ощущается, что, ну, что тормозит конкретно. Вот просто сейчас еще включим один бой, чтобы вы вживую все, ну, что увидели, уже сидите здесь с обучением идет, собрать все. Разблокировано, готово, окей, в этом месте бой. Все, да, нажимаем, есть сюжетный режим, есть и какой-то чувак. Да, блин, попридумаешь всякой херни. Ну и что дальше? Ну, ребят, ну, вы не скажите, ну что в такой ситуации вот делать? Включенная игра, но думает, или включается к интернету, или что? Так, все. Издевательства я не хочу. Естественно же, попытаемся включить комбат. Ну что, вдруг еще включится, я думаю, что игрушка показывает, насколько телефоны справляются с играми, что там, вот здесь вот именно вы, ну что видите, где стрельба идет, он действительно показывает, что, куда и как, что действительно. Ждем, чтобы включился.
Но я думаю, что самая, ну, вообще, окажется, интрига, что в танках у нас, что в крысе или нет, так, мы мужского пола. Есть. Окей. Ну что, ребят. Да. Все-таки, ну, чувствуется, что тормозит. И конкретненько в телефон. Ага. А по тебе-то я не попал, видите? Да. Я вам скажу, что, знаете, вот некоторые, ну, телефоны с процессорами похуже в такую игру включали и тянули на ура. Так что здесь уже, ну, этому телефону, я вам скажу, он 100% вот не для игр. Ну, единственное, что кто хочет, ну, куча повымахиваться, что типа спинка в стиле iPhone X, что в принципе да. Но телефон 100% не для игр идет. Это я вам уже изначально могу сказать. Давайте вперед. И давайте, что же нам будет здесь. Попали по контакту. Еще там где-то будут сейчас контакты. Опять их убрали. Идем дальше. Я вам скажу, что чувствуется, что телефон греется, ребят. И конкретненько. Парам-па-пам-па-пам-па-пам. Бежим дальше. Что же нам он скажет? Попал. И тебе дал. Дал всем все, что надо. Опа. Попал хотя бы я по ним. Что, бессмертный или что? Ой. А кто это попал от бомбочки? Видите, оказалось, что чуваки умеют летать нормально. Давайте, идем дальше. У нас компания. То есть я должен был попасть по нему. Попал. И по тем попал. Ох, тормозит, боже. Жесть, конечно. По одному попало, по второму не успел, наверное. Ничего. Самое главное мне вертушку и хотя бы чуть-чуть лупить. Я одного убил и второго. Ха-ха, что всех я поубивал. Пока думают, ребят, что кто смотрел за аккумулятором, что, думаю, вы видите, что все вживую. Ну, считаю, что вот единственное, что я ждал, чтобы включилась игра Tekken. Но в принципе я вам скажу, что вот показатель неутешительный. Аккумулятор показало, ну, что в тестере у меня аж 2200, ребят. Я вам скажу, что это не сильно комфортный показатель для такого телефона, скажу честно. Все включилось и прошло. Кому интересно, вот смотрите, у нас есть, ну, что утилита, температуру, что показывает процессора. Есть, естественно же, отключаемся. Давайте, я так думаю, лучше систему чуть-чуть почистим. И, естественно же, будем пытаться включить танки. В первый раз. Пока включается, я вам температуру, изменения пока включу. 41 градус, ребят. Чтобы видите, вот вам откуда тепло идет, и что греется где-то здесь. Ждем, включится или нет, во-первых. Самое интересное. И комфортно ли будет? Не, что включилось. Good, ура. Ну, синхронизация идет. Конечно, еще долговато, но здесь уже от этого никуда не денется. Включаем установки, чтобы вы вживую, чтобы включено все по минимуму. Что, ребят, телефон слабенький. И пытаться, ну, здесь, чтобы включать средние, ну, что, думаю, смешно будет просто. Пока сделаю тише чуть, пока думаю. И специально покручу вам его, что вдруг кому-то что интересно будет и захочется купить такое чудо для себя. Все, опа, есть.
Поймал. О, включилось, ура. Я думаю, лучше чуть я сближение сделаю, чтобы вы, что FPS-ку, что в перспективе, ну, что вдруг увидите. Ну, специально, что попытаюсь комментировать, что 332 пока. Что вы учитываете, что телефон, что включил и с минималками, а не со средними там, или с какими-то другими я установочками. Идем в кусты сразу, наверное, сюда. Где-то лучше снизу идти, за здоровыми камнями. Так, уже там что идет, что-то, что-то не видно. Кого ты хочешь там увидеть? Вот. Угу. Этот сидит в кустах. Ну что, шиписта 38. Пока, ребята, чтобы вы учитываете, что в телефоне, что включен по минималкам, что все настройки. Все настройки. По минимуму и ждать отличных показателей от такого чуда. Я считаю, что смешно, ребят. Так, да убегай же в кусты. Шиписта 3-4 пока, что FPS. Вдруг кому-то будет интересно, ребят. Не попали. Ну. В таком случае оптимально шутикать, что писал 37 пока. В принципе, относительно все терпимо. И примахиваться я к цифрам, что указаны, я особо и не хочу. Давайте попробуем со спины идти, что вдруг получится кого-нибудь убить. Что пушка у меня долго наводится. Ждем 3 часа, что вдруг нет, что этот убежал. А ты где? Вот засранец, видите? И в кусты сразу. Так, сейчас будут со спины стрелять по мне. Естественно же, ох, сейчас мне дадут. Угу. Я думаю, так лучше с кустиков по чуть-чуть или нет, получится. Но я смотрю, что у нас в компанию окончательно, что в принципе, что в Зуле пока идет, что писа спустилась, что FPS, конечно, 20 ребят. А, не успел. И в конце изменилось к 40. Ну, скажем, показатель, что с минималками, я вам скажу, что плохо. И в танки вы здесь не, ну, захотели бы танковать, то что в конечном, что и в конечном итоге что ничего не получится. Попытаемся, естественно, еще раз. Пока думает изменения в температуре, что в курсе где, что греется уже. Ого, нифига себе, ребята, что греется вот здесь, что вот здесь. В уголку, но вот в чем прикол, что я держу его, знаете, и греется он где-то в центре, по факту. Я так понял, что все-таки, что из пластика, ну, спинка сделана, оно в тепло конкретно, казалось, что прячет. Но, ребят, что в бой, что писа 31 пока, что FPS-ка у нас спустилась, что 29. Давайте попробуем чуть-чуть танковать. Куда я хоть еду? У нас есть линия А. Я думаю, здесь будет нам комфортно стоять и встречать пацанов. Есть. Точку А я захватил. Идем. О, там, я смотрю. Сейчас будет нас ждать веселье, пацаны. Нет. А где же вы все? Вот знаете, вот с такими, ну, сулочками ты стабильно бывает ошибаешься. И в конечном итоге конкретнейший шанс получить по лбу. Ох, вот это меня лупанули. Да ты что? Нифига себе. Да, ребята, вот с такими ситуациями, видите, ну, если танковать ты не умеешь, то лучше и не пытаться, чтобы в конечном
итоге из тебя сделают шлепешку. Так, еще пишется пока 142, что FPS, в принципе, цифра вполне терпимая. Давайте будем ждать. Кто ж меня так лупанул, мне ж интересно. Да, ждем, пока они в любом случае. И захотел бы попасть, да. Но и с таким стыкаемся в жизни. Вот, что видите, вот не умеешь играть, то лучше и не пытайся. Но здесь, ну, что дело вот не в танковании, а чтобы вы увидели, как телефон, типа iPhone X, да-да, из Китая справляется с играми. Снова включаем, где я похуже, что же у нас с изменениями температуры. Будешь ждать, ребят. 42,5. Ого. Что все теплее и теплее стоит. Что видите, вот все-таки, ну, чувствуется, что оптимизация и системы вот нефти, и что в танке, что казалось, я хреново играю. Ох, я эту карту и ненавижу. Честно, вообще, что самое хуже, что придумать можно. Что тут меня всегда и стабильно стреляют за 4 секунды. Все подряд причем. Давайте, что увидим. Вдруг получится что-нибудь. Блин. Угу, конечно. Убегай пока ты. Блин. Так, и что это ты испугался, наверное, и в кусты? Ай! А кто это стреляет так жестоко, вполне? Давайте, ну, идем туда. Искать этого героя. Камикадзу. Привет. Ох, сейчас он мне даст просраться. Помогайте, пацаны, потому что мне сейчас будет... Опа! Ура! Мы все-таки остались живых. Ура! Пока. Ай, блин. И сбоку кто-то мне дал. Да. Что, ребят, знаете, ну что сказать в такой ситуации? Мы, как обычно, на нас сдули, и что там, я говорил, что все-таки, ну, что в танках, что все всегда, что упирается в команду. Если в толковая команда, в таком случае, ну, и терпимо танкуется. А в моей ситуации вот стабильно все, ну, что думают только что о себе, из-за этого оказывается такая херня. Что попробуем еще раз. Если что, то в таком случае так и будет. Ура, включилось. Бой. Так, еще писта 130 у нас идет. Пока. FPS. А где все мои? Ага. Ты сюда идешь? Ну, в таком случае я с тобой за компанию. Писта 36, ребят, пока. В принципе, цифра симпатичная. И примахаться я к ней не буду. Опа. Привет. Мой свет. Чё ж вы меня так вечно все вырубаете сразу? С первого выстрела. Ох, там будет. Привет. Да что ж мне так с этими танками? Ну, ребят, ну извините, ну то есть вы видите, какая ситуация. Но в чем плюс, что циферка с FPS-кой у нас стала все-таки чуть-чуть поинтересней. Давайте вдруг может получится обойти сюда его. За трубами. Может где-то засветится он в промежутке. Угу. Нет. Нет. Да. Ну, в таком случае сдаем сюда и будем все-таки пытаться споймать их. Раз. Ждем. Сейчас, я думаю, он тут стрельнет по мне, как всегда. Пока чисто даже. Ура! Ждем.
Пацанам будет, наверное, где-то здесь. Ох, по мне кто-то опять дал мне в дюндель. Да кто ж по мне стреляет? Засранцы. Помогите! Ой. Сюда. Идем по чуть-чуть. Видите, в чем плюс, что, ну, исходя из цифр, то у нас еще все терпимо получается. Но исходя из факте, то я думаю, мне еще чуть-чуть. И 100% мне торва будут. Да. Давайте попытаемся вот где-то здесь. Я смотрю, чувак в кустах был. КВ-1. А может так, я со спинки его попытаюсь сейчас обойти. Опа. Опа, давай, давай, давай. Сюда. Ну, и вдруг свершится чудо, а здесь дырка. Идем в таком случае аккуратненько к ВКшке. Я думаю, что, знаете, с такими, ну, с темпами, как я вползу, то когда-нибудь доберемся до него. Ага. Остался в последний. Ты можешь, если захочешь. И ситуация из FPS-кой у нас уже стала чуть-чуть поинтереснее, ребят. В принципе, телефон уже почти. А где же ты, милый мой, дорогой? Куда ж мы едем все с тобой? И тормозить уже конкретно начинаю. Ребят, ну, знаете, вот, ну, куча из выводов, что вот есть телефоны не для игр. И 100% такой телефон вот не для игр. Видите, ну, 33 идет и слабо. В принципе, за такую стоимость, что он стоит, вполне, ну, штанки комфортнее должны были идти. Температура, ребят, что, думаю, что вы увидели, что автоматически, ну, куча из недостатков такого телефона, что у нас что греется и жестоко тормозит. Вот и все. Всем спасибо, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока!